где взять книжку бесплатно на русском языке, если вы еще не знаете польского. Это считается одним из самых лучших библиотек в Варшаве. Здесь все есть и все бесплатно. Друзья, всем привет! С вами Антон, HR on Group, Варшава. К нам в гости пришла Камила. Сначала расскажи, пожалуйста, откуда ты к нам приехала, сколько ты уже живешь в Варшаве? Я приехала из Кыргызстана, из города Кант. Я живу здесь чуть больше полугода. А ты планируешь здесь остаться или дальше поехать? Нет, я планирую здесь остаться. Здорово. Хорошо, Камила, расскажи нам, пожалуйста, про библиотеку. Я искала книги, где могу почитать или вот... И нашла вот также библиотеку государственную, где бесплатно ты можешь открыть читательский билет и брать книги за срок. Вот, получается, в течение месяца ты ее возвращаешь снова. Можешь, пожалуйста, рассказать вот именно про этот читательский билет, как его можно открыть? Да, получается, для этого нужно твое имя и фамилия и данные паспорта. И все? И все. Это вот оно вот так выглядит. Что будет, если здесь принести позже книгу, не через месяц, как ты говорила, а чуть позже? Вот как раз у меня последний раз, когда я брала, у меня была такая же ситуация. Я заплатила где-то 2 злота, это чуть меньше доллара получается. Это хорошая библиотека считается? Это считается одним из самых лучших библиотек в Варшаве, потому что она очень комфортная. Также в библиотеке есть очень удобные диваны, где можно почитать. Но если ты хочешь использовать, например, не только почитать, но использовать и Wi-Fi, и компьютер, и тебе нужно поработать, то здесь тоже все предоставлено. То есть даже и Wi-Fi, и интернет здесь все есть? Да, здесь все есть и все бесплатно. Друзья, мы взяли книги. Это было классно. Расскажи, пожалуйста, сколько много книг, какие ты взяла? Ассортимент книг здесь очень большой, то есть всегда можно выбрать, что тебе по душе. В этот раз я выбрала «10 негритят Агаты Кристи», и по твоему совету я выбрала книгу на польском, поскольку я сейчас пытаюсь выучить язык. А как тебе язык дается? Язык дается легче, потому что, поскольку он немножко схож с русским языком, то многие слова очень понятны. Как быстрее выучить польский язык? Мне кажется, если ты заведешь себе польских друзей, они всегда помогут тебе выучить. А мы вас ждем, и в передаче мы еще всегда с радостью поможем вам подготовить документы, сопровождать вас будем от начала и до конца, подберем для вас хорошую вакансию. Ну и как минимум уже мы нашли для вас одну библиотеку, где вы сможете проводить свое время. Всем пока, всем до новых встреч, пока!